З Днем Перемоги! Ми продовжуємо святковий марафон «Наша перемога» і далі у прямому ефірі спецпроект телеканалу «Інтер» «День перемоги. Повернення». Це унікальні розповіді про людей, які вибороли мир 70 років тому, а сьогодні у 90-річному віці наважилися повернутися туди, де ризикували життям, втрачали бойових друзів, пережили найбільші випробування у житті. Ми іскренні поздравляємо вас з праздником Победи! Каково это в 18 лет попасть на фронт совсем мальчишкой? Что это значит испытать радость победы, находясь в поверженной Германии? Как заново научиться жить после войны? В нашей студии сейчас народный артист Украины Николай Николаевич Рыжковский и его супруга, заслуженная артистка Украины Изабелла Ильинична Павлова. Доброго дня! Вітаємо вас с Днем Перемоги! Це квіти для вас. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Микола Миколайович, ну перше запитання, вітаємо ще раз зі святом і дякуємо вам, що ви погодилися разом з нашою знімальною групою повернутися до Берліна, який ви брали у 45-му році. Були сумніви, повертатися чи ні? Ні, тут могли бути сумніви тільки по состоянию здоров'я, можна чи не можна, от це більше, остальное все це не важливо. Тому що повернутися во вчорашній день своєї житті, а тем, ну, не очень в молодость, потому что я последний раз в Берлине был 10 лет тому назад. А перед этим, значит, вот 70 лет тому назад. Это занятная штука. Ну, кто же откажется от этого? Конечно, с удовольствием. Хотя тут опять-таки как смотреть, потому что когда ты мыслями возвращаешься в то время, сегодня... Сегодня, может быть, к сожалению, ты начинаешь понимать сопоставление и близости этих ситуаций. А вообще, если было мирное время, то ведь это совсем две большие разницы, как в Одессе говорят. Вот. У меня важный вопрос для вашей супруги Изабеллы Ильиничны. Скажите, вы Николая Николаевича отпускали в Берлин с нашей съемочной группой, с боями? Переживали за мужа? Конечно, я не хотела отпускать. Но он все-таки прорвался с боями и отправился в эту поездку. Ну, что делать? Я пропоную зараз подивитися нашу документальную розповідь и еще раз пережити повернення. О, как давайте, интересно. Спасибо. Это не такая штука, о которой можно мечтать. Нет, я не знаю, кто. Каким надо быть человеком для того, чтобы мечтать о войне и все время ее помнить и чувствовать? Нет. Это народный артист Украины Николай Рыжковский. Ему 90. Он воевал. Прошел от Киева до Берлина бригадным связистом. Его война – это сплошные перебежки вдоль передовой с катушкой провода в руках. Но представляете, 400 метров провода на катушке наматано. Вот. Ну, значит, сколько можно для того, чтобы пронести? Ну, три катушки от силы ты возьмешь. Две нормально. Одну тяну, другую в запасе. А еще карабин сюда вешать. Армия и война мне привела два очень важных качества. Во-первых, я знаю, что такое дружба. Дружба – это не просто приятно, это очень ответственно. И вторая вещь, о которой меня сделала, по сути дела, интернационалистом. Потому что у нас в части были и русские, и украинцы, и евреи, и белорусы, и азербайджанцы, и грузины, и татары, и узбеки. И все мы были равны. А у снаряда один вес – 94 килограмма 700 грамм. Рыжковский начал войну под Киевом в 43-м году. Ему было 18. Названия освобожденных сел и городов, как и имена погибших товарищей, а их было немало, за годы и десятилетия стали стираться из памяти. Но битву за Берлин Рыжковский помнит, словно это было вчера. Мы попросили Николая Рыжковского вернуться туда, где он завоевал победу. Господи! Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро!
внизу проходит дорога, по которой рядовой Рушковский вместе со своей бригадой шел в наступление в 45-м. Мы приехали в район Грюнвальд. 70 лет назад здесь был пригород Берлина. В этом районе мы однажды забрели в один дом. Еще стол остался накрытый, чем-то они бросили все и ушли оттуда. Но тут уже, так сказать, все схватывалось тут-там дальше. Там было самое главное. А здесь уже мы соединились с Первым Белорусским фронтом. Это был вечер накануне главного штурма. Последние часы тишины. Тогда Рушковский еще не знал, что вскоре их бросят на прорыв. А к вечеру сюда стали долетать немецкие снаряды. Один из них разорвался в 30 метрах от рядового Рушковского. Он был ранен осколком, но встал в строй. Его бригада подошла сюда, к Тельтову каналу. Крутой противоположный берег был буквально исполосован вражескими окопами. Вы посмотрите, туда же нельзя, это же угробить целую армию, пустить сейчас, форсировать. Стало известно, что накануне Гитлер перебросил одну из армий на прорыв окружения Берлина. Наступать нужно было без промедления. Связистам приказали прокладывать связь с передовой. Всю ночь мотались на велосипеде туда-сюда, потому что она рвалась. Потому что во всех лесах стояли танки, самоходки. И как кто-то мне сказал, говорит, чего вы хотите? Он танк во сне повернулся на другой бок. Вот в вашей линии вся к чертовой матери полетел. Здесь, на Тельтовом канале, нацисты оказывали самое ожесточенное сопротивление. Кругом горели подбитые танки и орудия. Вода стала красной от крови. Но в полдень 25 апреля кольцо вокруг города сомкнулось. Бои переместились на улицы Берлина. Вот здесь все это и завершилось. 2 мая утром. Но я вернулся на нашу эту самую... коммутатор, и мне сказали, сядь, подежурь, соединяй, потому что мы должны уйти. Я сижу, слушаю, соединяю, и там говорят, идем на соединение. Ну, идем на соединение, идем на соединение. Кто, с кем, чего? Я говорю, что это? Да как что? Соединяются, все, уже кончило. Вот так все это... Страшное и великое время так просто завершилось для простого солдата. Именно 2 мая, когда был взят Берлин, он пообещал себе, что обязательно снова побывает здесь. Правда, не думал, что пройдет так много времени. И каково это теперь здесь, спустя 70 лет? Да если бы кто-нибудь из нас подумал, что он доживет до этого мгновения. А ведь вот среди корпусов, дивизий и бригад, вот и моя родная 32-я минометная, краснознаменная ордена Кутузова, 17-я минометная, тоже нашей дивизии. 9 мая их бригада была уже возле Дрездена. И мы решили где-то в 4-16 часов по московскому времени послушать последние известия. В машине нашего комбрига был хороший телефункин. Мы вытащили его на улицу, остановились, раздалось... Та-ра-ра-ра-ри-ра-ри-ра-ра-ра. И так далее. Мы узнали о том, что Великая Отечественная война закончилась, и что подписан был этот договор вот именно здесь. Для связиста Николая Рушковского война станет отправной точкой в его кинотеатральной карьере. Польша летом 1944 года собрали ребят самодеятельность,
Ни одного профессионала у нас там не было. Баянист, два танцора, я. От бригадной художественной самодеятельности до больших ролей в кино. И тоже военных. Одна из самых известных – генерал Москаленко в киноэпопее «Освобождение». Согласно приказам, 38-я армия должна прорвать оборону противника в первый же день наступления. Он окончил школу-студию МХАТ, затем переехал в Киев. Более полувека он служит в театре русской драмы. В этом году у Николая Николаевича сразу две важных даты – 90-летний юбилей и 70-летие Победы. Его победы. Когда-то, под свистом снарядов, 19-летний парнишка осознал, что его призвание – играть. Всю палитру чувств и переживаний, которые ощутил на войне, Рожковский воплощает в своих ролях. Богатство актера – это его эмоциональная память. Это его багаж, которым он в состоянии пользовать. Вход воспрещается. Кому – не знаю. А нам можно. Вот она. Сцена Киевского национального академического театра русской драмы имени Лесі Українки. Полюбуйтесь. И вот она открывается. Ради них все это существует. Ради них, для них и только так. Театр невозможен без зрителя. Это дорогого стоит. Талантливый зритель, для него приятно работать. Май 45-го года для рядового Рожковского и миллионов фронтовиков стал лучшим месяцем в жизни. 9 мая в ликующем Берлине бойцы качали на руках своих командиров. Всех, невзирая на погоны и лампасы. В этот день победы все были равны. Выступал летчик, полковник, слепой. Он вышел, и я говорю, я это запомнил навсегда, и думаю, что это правда. Он сказал о том, что я поздравляю всех участников боевых действий с высшей наградой, которая называется жизнь. И я думаю, что это правда. Потому что действительно, жизнь – это была высшая награда, которую мог бы получить человек, участвовавший в войне. Мы это понимали немножко, может быть, потом, все это дело. Но все-таки это здорово. Еще 20 лет было все. Господи, Боже мой! Я уже 40 раз повторял это, потому что, я говорю, если бы кто-нибудь из нас тогда сказал, что он подумает только и заставит, что он доживет до 2000 года, то все вокруг все бы смеялись. А может быть, сдали бы их в психушку. В общем, казалось так далеко. А оказалось, что она вот может быть такой и любопытной. Он самый старший, самый любимый и самый уважаемый человек в этом театре. Прежде в чеховском «Вишневом саде» он играл Гаева. Теперь Рожковскому доверили глубокий, пронзительный образ пожилого лакея Фирса. Не думал о том, что я могу претендовать на эту роль. Потому что это умнейший человек. Причем умнейший человек, готовый отказаться ради своей преданности, ради своей любви к людям, готовый служить им, отдать свою жизнь всю. Лет 40-50 назад вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. И бывало... Помолчи, Фирс. И бывало, вишню сушеную вазами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было. А теперь... Вишня была сушеная, мягкая, сочная, душистая. Способ тогда знали. В свои 90 Николай Рожковский, как и его герой Фирс, несмотря ни на что, остается верным своим идеалам. Тому, что называется долг.
Уехали. А меня забыли. Ну ничего. Я тут посижу. Леонид Андреевич, небось, шубу-то не надел, пальто поехал. А я проглядел. Молодо, зелено. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Вот она, прародительница советских. Боевая машина залпового огня «Катюша». ЗИЛ-151. Наша бригада выпускала в течение 3-5 минут по залпу порядка 1100 с лишним снарядов. Это страшно. Это страшно. Я видел результаты этой работы. Это страшно, как всякая война. Спасибо тем, кто помнит это и отдает этому должное. Потому что не надо войны. Думайте, люди. Объединяйтесь, находите друг друга, понимайте друг друга. Война – это плохо. Микола Миколаєвич, ну ось така історія повернення. Які ваші враження від перегляду цієї історії і, власне, від самої подорожі? Ну, во-первых, я думаю о том, чим я закончив. Війна – это плохо. Давайте думати, давайте искать, давайте где-то уступать кому-то что-то, не теряя своего достоинства, государственного, национального, какого хотите. Но это необходимо делать, это сегодня нужно. Я это говорю еще и потому, что я связан по сей день, в общем-то, с молодежью. Я преподаю ребятишки 20-летние, вот они у меня сейчас кончают институт, 4-й курс. Им надо жить. Они много могут делать. Они интересно видят сегодняшний день. Они ищут путь к душе человеческой. А это ведь самое главное. А то, что вы дали мне возможность окунуться туда, так спасибо вам большое. Спасибо. Я устал очень. Очень устал. Но я рад о том, что это состоялось. Николай Николаевич, вы рассказывали сейчас о ваших студентах. Скажите, а чему вы их учите, исходя из своего опыта, когда вам самому приходилось учиться заново жить после войны? Ведь вы вернулись уже совсем другим. Понимаете, вот наша профессия такая, актерская, она, в общем-то, от всего зависящая. Так же, как гвардии рядовой. В армии. И поэтому я вот пришел уже с годами к этому, что вот то, что является твоей эмоциональной памятью, чем больше мордует тебя жизнь, чем больше она бьет, тем для художника это дороже, потому что знаешь, откуда доставать, где брать. Вот очень хочется сегодня, чтобы эти ребятишки поняли по-настоящему. Да сложно. Если наши руководители далеко не все понимают, где они находятся, то сложно молодому человеку определиться и найти свое место. Но оно должно быть в общем строю, в самом широком понимании этого слова, разумных людей, идущих к миру. Понимаете? Иного выхода нет. Понимаете, то, что урвать и потянуть на себя,
Ну, мне ближе, так сказать, то, что делали купцы в прежние времена. Вот у нас сколько, так сказать, осталось меценатских зданий всяких, так сказать, даже по Киеву и так далее, когда вот человек приехал, один из наследников этой купеческой семьи. Знаете, это дорого стоит. Вот на это тратиться надо. На тот свет все с собой не унесешь. Даже если это золотой унитаз. Сьогодні День перемоги. Ізабело Лінішно, давайте згадаємо День перемоги 9 травня 45-го року. Яким ви його запам'ятали? Я знаю, що вам тоді було 17 років. Этот день никогда не забудется, сколько бы лет не было, не было. Вы понимаете, ну, все жили в ожидании. Ну, когда она придет, эта победа? Не знали. И вдруг на рассвете соседка стучит в нашу дверь, как будто бы пожар кто-то. Вставайте, вставайте. Победа, война кончилась. Ну и все высыпали на улицу, конечно. И рассказать, что это было такое всеобщее братание с утра до ночи. Причем перед этим вышел фильм «6 ветера» после войны. Ну и вот там все собираются около Большого театра в Москве. Ну, я москвичка, так что всю войну провела в Москве, в эвакуации не уезжали. И тут, значит, мы решили встретиться около Большого театра в 6 часов вечера. А тут дождь, страшный ливень, но все равно пошли понять там, где, что, кто. И все-таки мы нашли там своими приятелями, приятельницами. Ну, это была такая радость. Кого-то бросали в воздух, кого-то обнимали, кто-то плакал, кто-то смеялся. Ходили просто с незнакомыми людьми в обнимочку. Потом поехали в какой-то к молодым солдатам иностранных языков военных. Институт иностранных языков, военный институт. Военный институт иностранных языков. И там, значит, ну, это какой-то калейдоскоп лиц, ну, одно единственное ощущение счастья безмерного. И вы знаете, вот когда мы приехали уже в Киев, в разрушенный, холодный, было единственное желание – только бы не было войны. Только бы не было войны. Потом мы стали взрослыми. А познакомились вы уже после войны? Нет. Конечно, после войны. После войны. Ну да. После войны, когда мы учились в школе-студии МХАТа. А скажите, вы уже 62 года вместе, правильно, если я не ошибаюсь? Да. Вы красивая, творческая, очень гармоничная пара. Раскройте нам секрет. Как удается сохранить отношения на протяжении 60 с лишним лет? Ой, не жалеть себя. Терпение. Терпение. Тем более вы потом, два актера, знаете, две творческие единицы. Ну, Толстой же все сказал уже на нас. Сколько голов, столько умов, столько сердец, столько и родов любви. А и столько замечательных людей вокруг. Это само собой. А один мудрец сказал хорошо, что значит любовь, надо долго жить. Вот это долго жить. Так что тут уже... Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Спасибо вам, Изабелла Ильинична, за то, что вы отпустили Николая Николаевича с нами. Ой, в Берлин. С боями прорвался. Спасибо вам, Николай Николаевич, за то, что вы позволили всем зрителям Интера вместе с вами пройти часть вашего жизненного и боевого пути. Спасибо. Я знаю, что тогда, в 45-м году, после 9 мая, прошло всего 2 дня, и у вас был день рождения, и вам исполнилось 20 лет. Да. Сегодня прошло 70 лет.
Еще через 2 дня после 9 мая, 11 мая у вас снова день рождения. Да еще какой! Вам будет 90 лет! Это потрясающе! Николай Николаевич, от имени всей нашей большой творческой группы, от имени всего канала «Интер», мы искренне поздравляем вас с юбилеем, с прекрасным днем рождения. Желаем вам сил, долголетия, благополучия и обязательно мира. Спасибо. Дякуємо за все вам. Дякуємо вам. Главное спасибо. Мира. Мира, мира и мира. И здоровья. С Днем Победы вас. С Днем Победы. Спасибо вам. Спасибо. Дай вам Бог.